Добрый день. Мы начинаем нашу онлайн-конференцию. И наши сегодняшние гости легко могли бы ответить на все вопросы на английском языке. Но поскольку у нас речь пойдет как раз об эффективном изучении языка, мы начнем по-русски, по крайней мере. У нас в гостях региональный директор образовательного центра EF English First Ксения Стрепкова и академический директор EF English First Новосибирск Елена Пазий. И тема нашего разговора сегодняшнего – ребенок и английский язык. У нас достаточно много вопросов уже поступило до начала онлайн-конференции. И во время прямого эфира будут еще поступать вопросы, я их буду озвучивать. Давайте начнем, собственно, с вопроса почти риторического. Зачем ребенку изучать английский язык и в каком возрасте стоит начать? Ну, я, наверное, начну со второй части вопроса. Это в каком возрасте стоит начать? Мы в компании считаем, что вот самый оптимальный возраст для начала изучения английского языка – это 4 года. Тем не менее, есть специальные программы, которые готовят детей и с 3 лет. Для этого должен сложиться ряд факторов, конечно, в развитии ребенка. Поэтому на сегодняшний день мы говорим, что это 4 года. Вот. А зачем ребенку английский язык? Наверное, чтобы перед ним было открыто больше возможностей. Потому что английский язык, конечно же, это работа с миром, это знакомство с миром. И я даже не представляю, как сложилась бы моя жизнь, сколько друзей бы я не повстречала, если бы, например, у меня не было английского языка. Я здесь могу добавить, что английский язык, особенно в раннем возрасте, важен также потому, что он помогает развитию ребенка в целом. Это и развитие внимания, и памяти, мышления, и даже мелкой моторики, потому что мы начинаем учиться писать, обводить буквы, работаем с различными раздаточными материалами, поэтому это комплексное развитие ребенка, так же, как мы учим его рисовать, считать на русском языке, также и английский помогает ему в развитии в целом. Если в 4 года не начали, условно говоря, и ребенку уже больше лет, то с какого возраста или в каком возрасте не поздно? А никогда не поздно. Конечно, чем раньше, тем лучше, но к нам приходят дети и в 15 лет, и в 16 лет уже подростки, которые абсолютно никогда не учили английский язык. И мы говорим, что не поздно, начать можно в любом возрасте. Светлана спрашивает, планируете ли вы открытие школы на левом берегу? На левом берегу, Светлана, пока, к сожалению, нет, но мы планируем расширение филиала на правом берегу, то, чего мы долго-долго ждали, и надеюсь, что наконец-то в следующем году произойдет. То есть пока вы приглашаете на правый? Да, приглашаем на берег. Можно адреса, я думаю, что на правый берег, к нам на линейную 114, очень удобно добираться до метро, а сейчас в период пробок и вообще в нашей жизни с пробками метро все-таки самый оптимальный, пожалуй, способ передвижения с детьми, особенно с левого берега. Поэтому приходите к нам на линейную 114, это 3 минуты от метро. Кто у вас преподает, спрашивает Зоя. Можно ли заранее познакомиться с преподавателем, который должен работать с группой у ребенка? И есть ли возможность перейти в группу с другим преподавателем? Ведь бывает, что учитель хороший, квалифицированный, но контакта с конкретным ребенком нет. У нас в штате 12 преподавателей на данный момент. Все они имеют высшее профильное образование, лингвистическое, либо педагогическое. А также преподаватели после первого года, в течение даже первого года работы сдают экзамены на знание английского языка на подтверждение своего уровня, и также экзамены по методике. То есть они все сертифицированы. Вся эта информация доступна, так скажем, родителям, если есть необходимость. Кроме того, в нашем центре работают еще 2 носителя языка. Это преподаватели из США, Джон и Бьянка на данный момент. Uh-huh. И они также преподают английский, ведут наши внеклассные мероприятия, занятия, разговорные клубы по выходным, что помогает детям прочувствовать больше атмосферу, так скажем, языка, услышать настоящий английский из первых уст, что называется. Ну, вот таким образом, Джон и Бьянка — это носители этого года или они уже не первый год вот, в вашей школе? Джон работает с прошлого года, uh-huh. Бьянка присоединилась к нам достаточно недавно. Uh-huh. А Джон, да, уже достаточно опытный, так скажем, преподаватель English First.
уже все знает. Да. Познакомиться с преподавателем. Да, конечно. Вы давайте Зою ответим. Можно познакомиться заранее? Можно, Зоя, узнать, познакомиться заранее, да. И чаще всего так и происходит. Я не знаю, почему, но когда родители с детьми приходят, они видят даже доску, на которой фотография персонала, доску, и они просят показать, кто будет нашим преподавателем. Мы начинаем с показа. С показа фотографии. Некоторые начинают выбирать, а можно мне вот этого. И потом уже, если есть необходимость, мы знакомимся вживую с преподавателем. Ну вот смотрите, поскольку вопрос такой из нескольких частей, а да, как раз по поводу того, можно ли выбрать, если вдруг не сложились отношения у ребенка с конкретным преподавателем, перейти в другую группу или как-то иначе решить вопрос. Такое бывает, конечно, крайне редко, потому что, как Елена уже сказала, преподаватели у нас все опытные, и мы стараемся таких ситуаций уже, конечно, в силу своего опыта избегать. Но, тем не менее, жизнь есть жизнь, и если какие-то личные там пристрастия или еще что-то, то, конечно, можно перейти в другую группу. У нас каждая группа, каждого уровня дублирована как минимум в трех вариантах. Ну, то есть выбор есть. Да, выбор есть. У сына насыщенный график, спрашивает Петр. Школа, дополнительные занятия и спорт. Существуют потребности изучать язык, но нет времени. Есть ли у вас программа выходные? Один раз в неделю, но большой насыщенный урок. В этом году, ну, начали мы уже в прошлом году, мы вынуждены были в связи с огромной занятостью детей в наше время, вынуждены были предложить занятия по выходным дням. Это, во-первых, группа выходного дня, то есть определенные уровни детей, которые занимаются только один раз в неделю по выходным. Это такое длинное занятие с перерывом. Насколько длинное? Сколько часов получается? От двух часов занятия, да. С перерывом, с чаепитием. И также есть занятия выходного дня с носителем языка, когда можно приехать только в субботу или только в воскресенье на два часа сугубо разговорной практики по определенной теме с носителем языка. Не обязательно приезжать каждые выходные. Это занятие направлено исключительно на развитие разговорного навыка и аудирования, и можно заниматься столько, сколько хочешь, столько выходных, сколько нужно, сколько есть времени. Ксения, я вот правильно понимаю, что вот то, про что вы сейчас говорили, про общение с носителем языка, это как раз часть методики, которая действует в вашей школе, да? То есть давайте несколько слов скажем все-таки про эту методику, и в частности про Life Club. Значит, наша методика называется Effecto System. Это наша патентованная методика. Она состоит из трех компонентов. Первый компонент – это занятия в классе с русскоязычным преподавателем или с носителем языка, в любом случае, абсолютно без использования русского. То есть все занятия проходят на английском языке, независимо от возраста ребенка. Это первый компонент методики. Второй компонент методики – это онлайн-программа. У каждого ребенка есть доступ в свой онлайн-компонент, где занятия, где задания по уровню для него в игровой форме. Он их выполняет дома, может быть, в центре у нас, во внеурочное время, тогда, когда удобно, из любой точки мира, где есть интернет. Это второй компонент методики. Проверяются эти задания дистанционно преподавателем. И третий компонент, это вот про то, что Нонова сказали, мероприятие Life Club, внеклассное мероприятие на английском языке. Это не совсем урок, это жизненные ситуации, в которые дети могут попасть в обычной жизни. Например, там викторина на английском языке или ресторан, визит в ресторан. То есть они прям собираются и играют. Это все помимо занятий во внеурочное время. Вот такие три компонента. Занятия в классе, онлайн и Life Club. Каждый ребенок, который у нас обучается, имеет возможность пользоваться всеми этими тремя компонентами. Понятно. Так, вот как раз есть вопрос от Ирины по поводу разных компонентов. Знакомые ходят к вам, посещают неклассные занятия. Скажите, это входит в стоимость? Что дополнительно нужно оплачивать? Вот все, что я сейчас назвала, все входит в стоимость. И доплачивать дополнительно ничего не нужно. Каждый ребенок вот компонентами этой методики пользуется. Так, учебные материалы, учебники, рабочие тетради и так далее входят в стоимость курса или их нужно заказывать и докупать отдельно? Спрашивает Алексей. Это все входит в стоимость курса, учебные материалы в том числе. В том числе? Да. У нас свои учебные материалы, их дополнительно нигде приобретать не нужно. Ну вот вопрос отчасти дублирующий. Дети с какого возраста могут у вас обучаться? И дальше продолжение вопроса. Делятся ли у вас детские группы по возрасту или основной критерий – исходный уровень владения языком? Разновозрастные группы или одного примерно? Спрашивает Марина.
Да, у нас есть деление и по возрасту, и по уровням, конечно. В нашей школе 4 курса. Если мы делим по возрастам, это 4, 6, 7, 9, 10, 12 и 13, 17 лет. Угу. И, соответственно, в каждой возрастной категории еще есть деление по уровням. Например, в возрасте 10-12 дети могут пойти как в группу только начинающих, которые совсем не учили язык или учили совсем немного, так и есть группы с достаточно продвинутым уровнем языка. Некоторая разница в возрасте присутствует, и это абсолютно нормально, потому что в нашей реальной жизни мы тоже сталкиваемся с людьми разного возраста. А в группе могут быть дети 10 и 12 лет одновременно. Но это не создает никаких проблем, тем более, что дети все развиваются по-разному. Кто-то и в 10 лет чувствует себя намного старше, чем некоторые 12-летние дети, так скажем. И то есть, здесь, конечно, проблемы нет. В чем плюс, я бы сказала, может быть, и отличие от общеобразовательной школы, что мы не загоняем их в рамки возраст-уровень. То есть не так, что все 10-летние дети пойдут на... На один и тот же уровень, да, получается? Да, да, то есть мы все-таки отталкиваемся больше от знаний, но и возраст важен, потому что все-таки интересы у детей разные в каждом возрасте. И 7-летнему, и 10-летнему ребенку, скорее всего, будет неинтересно изучать один и тот же материал. Поэтому существует такое деление. А может быть, есть какие-то дети, которые в силу там, графика своей занятости или что, ходят вообще не в свой возраст? Бывает такое? Так иногда случается, но больше с подростками, потому что 4-летнего ребенка мы точно не можем отправить к 7-летним, потому что слишком большая пропасть между ними в развитии детей. Но, допустим, 12-летние дети иногда присоединяются в группу с подростками 13, 14, 15 лет. Тут зависит от ребенка, и мы даем обычно время попробовать, посмотреть, насколько ребенок будет себя комфортно чувствовать в группе. Насколько легко ему будет даваться материал, потому что все-таки учебники курса подросткового самого старшего, они, конечно, больше ориентированы уже на подростков, которые задумываются о высшем образовании, об окончании школы и так далее. Но это единичные случаи чаще всего. Ну вот смотрите, как раз пришел вопрос от Ларисы, которая спрашивает, дочери 13 лет, абсолютно нет желания учить английский язык, но мы понимаем, что без английского сложно будет в дальнейшей перспективе. Как заставить ребенка учить язык? Что скажут профессионалы? Хотелось родителям. Бы, да, все-таки избежать слова «заставить». Да, мы пытаемся мотивировать детей все-таки, потому что чем больше, особенно подростков 13-летних, заставляешь, тем больше возрастает вот это противостояние. Мы создаем иноязычную среду, мы создаем интересные курсы и занятия, так, чтобы у подростка возникло желание все-таки заниматься. В таких случаях и такие родители приходят и говорят сразу, что ребенок не хочет, или ребенок, например, на первой встрече с преподавателем говорит, что я не хочу, меня родители заставили сюда прийти. Мы все-таки предлагаем первые занятия, и наши преподаватели очень талантливые, очень... Живые. Да, да. Часто происходит так, что после первого занятия подростки меняют свое мнение и... с удовольствием начинают ходить. Ну, я добавлю, что чаще всего, вот говоря о нежелании детей заниматься, мы сталкиваемся, но я вообще ни разу не слышала, чтобы дети говорили, там, я не хочу идти в English First, или родители нам жаловались, что я не хочу знать английский язык. Я не хочу учить. Они, как правило, не хотят делать домашние задания. То есть вот все, что связано с дополнительными какими-то усилиями, дети, конечно, ну, подростки особенно, у них свои интересы, им кажется, что они могут потратить время более эффективно. Тут мы стараемся применять методики мотивации. У нас есть групповые системы, когда дети могут всей группой, там, сделав домашнее задание, получить какой-то приз дополнительный. Вот мы с этой стороны стараемся заходить. А с той точки зрения, что вот ребенок говорит, я не хочу ходить, не хочу учить, такого практически не бывает, потому что все-таки атмосферу в языковой школе, и у нас в том числе, можно, наверное, но оно отличается от обычной жизненной, и, конечно, детям интересно. И подростков там свой социальный клуб, поэтому они очень любят ходить. А вот домашнее задание тут не очень по-разному, да. Сын учится в 8 классе, спрашивает Анастасия. В школе плохо с английским, стабильные тройки. Вскоре сдавать ОГЭ. Если мы приступим к занятиям у вас, сможем ли мы за 1,5 года подготовиться и сдать, получив не только результат, но и знания? Давайте поясним, что ОГЭ
основной mm-hmm. государственный экзамен, итоговая mm-hmm. аттестация в 9 классе. Ну, вот, соответственно, в середину 8 класса родители задумываются. Давайте ответим Анастасии. Ну, и Елена ответит. Я только добавлю, что очень радостно слышать 1.5 года. Срок обычно мы слышим за 1.5 месяца. Да. А можно за 1.5 месяца? Давайте с этого начнем. Зависит от того, с каким уровнем вы пришли, конечно. Да, да. Тут в любом случае для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, какой уровень у ребенка. Mm-hmm. Потому что зачастую оценка 3 в школе, она не так много нам говорит об уровне. Для того, чтобы понимать, сколько у нас есть времени, чтобы подготовиться, ну, время мы понимаем сколько, но успеем ли мы, нам нужно знать исходный уровень ребенка, подростка, если это, ну, хотя бы уровень А2, то есть не первый год обучения, не первый, не начинающий, то возможность еще есть, потому что для успешной сдачи ОГЭ нужен уровень Б1, это уровень intermediate, может быть, знакомые, да, все равно со шкалой уровней. И за 1.5 года можно подготовиться. Подготовка будет больше направлена на языковой аспект, то есть мы будем развивать аудирование, чтение, говорение, грамматику, естественно, изучать, расширять словарный запас. Что касается подготовки к ОГЭ, то мы готовим, в течение занятий мы готовим к кембриджским экзаменам. Кембриджские экзамены, они это сходные. Это выше уровень или... Это... Как соотносится? Ну, так скажем, это совсем другие экзамены, да, то есть ОГЭ и ЕГЭ – это российские экзамены, тогда как такие экзамены, как КЕТ, ПЕТ, ФСИИ – это экзамены, которые предоставляет Кембриджский университет. Но по формату они очень похожи. И многие задания перекликаются как в ЕГЭ, ОГЭ, так и в кембриджских экзаменах. Поэтому подготовка идет в течение года постоянно, но дополнительные какие-то задания именно для подготовки к формату ОГЭ все равно нужно будет делать. Либо в группе дополнительно, где идет только подготовка к формату, либо самостоятельно прорешивать пробные задания. Ну, в школе, видимо, все равно идет какой-то английский, и как-то их да, готовят да, так или иначе, даже если вот родители не устраивают уровень. Ну, то есть параллельно, да? Давайте проговорим, знаете, какой момент? Вот вы сказали, что нужно знать индивидуально, как ребенок готов. Конечно. Что происходит вот пошагово? То есть родители, вот, допустим, Анастасия, да, она вместе с сыном приходит к вам в школу и проходит какое-то сын-тестирование? Как, да, как да. происходит определение уровня? Мы приглашаем в школу обязательно, и пока родители беседуют с консультантом, консультант рассказывает об обучении в нашей школе, потенциальный студент проходит тестирование. Сына увели, да, да, в отдельное помещение. У нас есть лаборатория, где мы проводим тестирование, где наши студенты делают домашние задания. Там студент пишет сначала тест компьютерный, где определяются его знания грамматики, словарного запаса чтения и аудирования. И после этого, после 30-минутного компьютерного теста, один из наших преподавателей еще тестирует устно. Потому что часто бывает, что разные аспекты языка развиваются по-разному. Кто-то хорошо понимает тексты написанные и даже хорошо слышит, понимает информацию, но говорить что-то сложно. И часто так бывает, когда дети занимались только в общеобразовательной школе, потому что ну, недостаточно возможностей там развивать разговорную речь. И суммируя все результаты, все аспекты, мы определяем уровень потенциального студента и подбираем группу. То есть, опять же, исходя из возраста и уровня. Угу. Так, у вас достаточно недешевое обучение. Спрашивает Татьяна Алексеевна, задает вопрос. Есть у вас программа лояльности или скидки? Если мы пойдем к вам учиться, можно ли ловить момент, оплачивать выгодно и получить среднюю стоимость по городу? Угу. Да, я вижу, еще есть ряд вопросов про стоимость. Да, тут там... есть, и вот еще свежие приходят. Вот да, эти. Есть вот, например, вопрос очень интересный от Галины. Да. Существует уже много лет, и все эти годы в качестве мотивации центр предлагает скидку 30%. Внимательно следит Галина за вашей политикой ценовой. Скажите, пожалуйста, без этой самой стимулирующей скидки кто-нибудь когда-нибудь приобретал ли, в принципе, курс обучения? Есть ли у нас в городе желающие учиться за баснословную цену? Кто эти люди? Ну, Галина не совсем, на самом деле, внимательно следит за ценами, потому что скидку, например, 30% мы предложили вот как новогоднюю, только вот в декабре.
ноябрь-декабрь. А тут мне хотелось бы начать немножко издалека, да, про стоимость. Мы, конечно же, этого вопроса ждали, мы знаем об этом, что он обязательно придет. Почему-то у нас в обществе, ну, наверное, не почему-то, а потому что мы привыкли к бесплатному образованию вообще в целом, да, вот годами этот стереотип складывался. Люди могут спокойно отдать, например, деньги за дорогую мебель, не знаю, там, за огромные деньги за дорогую мебель, да, или там за дорогие туфли, вот, как женщины меня поймут. И, например, если там спросить кого-то, почему вы заплатили там, не знаю, 30 тысяч за эти туфли, ну, потому что это ручная работа, потому что это лучшие мастера. Но при этом образование должно стоить дешево. К сожалению, это стереотип. Хорошее образование не может стоить дешево. Для того, чтобы мы могли, имели возможность предоставлять качественное образование в Новосибирске, но и не только в Новосибирске, мы должны вкладывать в преподавателей, в оборудование, там, в развитие методик, в воспитание там, психологическое наших преподавателей. То есть это огромные, колоссальные деньги, в том числе и во внешний, конечно же, комфорт для обучающихся. Вот из этого всего и складывается стоимость обучения. Если платить дешево, то, соответственно, можно заниматься где-то, даже не знаю где, наверное, в необорудованном помещении и так далее. То есть стоимость складывается из множества факторов. И мы не считаем, что эта стоимость дорогая. И для наших постоянных клиентов мы действительно постоянно предлагаем скидки, постоянно пытаемся помочь им уменьшить стоимость обучения, они об этом знают. И, как правило, mm-hmm. наши постоянные клиенты оплачивают огромные периоды обучения вперед, да, чтобы там вложить деньги и гарантированно уже иметь обучение. Поэтому, Галина, нет, 30% мы предлагаем не всегда. Мы рады предложить эту скидку в ноябре и декабре и надеемся, что вы сможете себе позволить с этой скидкой приобрести обучение. Да. Поэтому приходите и... Ну, в принципе, существуют люди, да, которые за полную стоимость приобретают. Конечно, в период отсутствия скидок все приобретают за полную стоимость, безусловно. Так, то есть, возвращаясь к вопросу Татьяны Алексеевны, mm-hmm. можно ловить момент, оплачивать выгодно? Конечно, да, можно. В настоящий момент это скидка до 30%. Mm-hmm. И, кроме того, есть возможность участвовать в новогодней лотерее и выиграть бесплатные занятия. Что нужно для этого? Нужно просто оплатить курс. Вот от 2 месяцев обучения можно участвовать в лотерее. Понятно. Я на самом деле могу подтвердить, я... Пример того, что можно выиграть что-то. В свое время я выигрывала годичный курс в вашей школе. Нона. Да, написав эссе на тему, почему я хочу изучать язык в вашей школе, это правда. То есть мы сейчас с вами могли бы говорить по-английски? Ну, могли бы, но не будем. Так, можете рассказать, вот к Елене вопрос, можете рассказать, как проходит занятие у подростков? С дошкольниками все понятно, песни и веселье удерживают внимание ребенка. А что делают на уроках подростки, спрашивает Александр. У подростков песен меньше, конечно. Не поют? Отказываются? На самом деле у нас сейчас проходит проектная работа, и вот совсем недавно преподаватель мне показал видеозапись того, как подростки поют новогоднюю песню. Это таким образом они зарабатывают себе звезды, чтобы выиграть групповой приз. Поэтому даже подростки поют иногда, это радует. А то, что касается занятий, занятия все проходят в интерактивном режиме. Что это значит? Методика у нас коммуникативная, и мы стараемся весь язык, который изучается на уроке, использовать в реальных ситуациях. А что такое реальные ситуации и для чего нам нужен английский? Для того, чтобы общаться. Общаться можно и нужно не только с преподавателем, но и с друг с другом. Очень много парной работы на уроках, то есть студенты обсуждают либо какие-то вопросы в парах, либо делают групповой проект, где у каждого своя роль, кто-то отвечает за генерацию идей, так скажем, кто-то эти идеи записывает, кто-то оформляет все красиво на листе бумаги для того, чтобы потом презентовать. И мы делаем большой акцент на развитие социальных навыков и навыков успешной личности на наших уроках. Для того, чтобы студенты не просто знали язык, да, вот, часто люди имеют достаточно высокий уровень владения языка, но уговорить их
кому-то что-то сказать, задать вопрос или даже поехав на отдых использовать этот язык очень трудно. Мы создаем такие условия, чтобы дети чувствовали себя свободно и не стеснялись говорить на языке, использовать свои иногда даже небольшие пока знания. Часто бывает, что родители это могут видеть, те, которые ожидают детей своих у нас в школе, что студенты выходят из класса, они идут по всей школе, они находят людей, задают им вопросы. Для чего это делается? Для того, чтобы не было вот этого страха заговорить с незнакомым человеком на иностранном языке. Это может быть, допустим, если это начальные уровни, и они изучают, учатся задавать вопрос «как дела?», мы просим их выйти в холл школы и опросить 5 человек. И узнать, как у них дела. Да, и узнать, как у них дела. И затем вернуться и рассказать. То есть это прекрасная возможность, потому что у нас в Новосибирске, к сожалению, не так много мест, где можно с кем-то еще поговорить по-английски. Тогда как в Москве и Санкт-Петербурге можно услышать и английский язык даже на улице, в метро, то в Новосибирске все-таки этого достаточно мало. Поэтому все наши преподаватели говорят по-английски даже за пределами класса. И даже в зоне ресепшн консультанты, кураторы тоже часто со студентами общаются по-английски. Ну и возвращаясь к уроку еще, да, то есть парная групповая работа, подготовка к экзаменам также включена, потому что есть такая цель сейчас, и ЕГЭ в будущем будет обязательным предметом, соответственно, формат экзамена обязательно присутствует. Что еще добавить? Конечно же, видео используются на уроках, видеозаписи, аудиозаписи для того, чтобы и послушать реальную речь, и почерпнуть какие-то идеи для дальнейшего обсуждения. Примерно таким образом. Вот смотрите, английский вообще как бы создает мир без границ, да, дает возможность общаться. Но есть определенные объективные границы у некоторых людей, поэтому с этим связаны тоже вопросы, которые поступают нам на онлайн. В частности, вопрос от Натальи. Есть ли в вашем центре программа обучения для слабовидящих детей? Вообще наша компания работает, обучает самых разных детей. У нас не принято каким-то образом их делить, называть какими-то особыми словами, да, и конкретно слабовидящих детей мы не обучали еще у себя в центре, но мы с удовольствием ждем вашего ребенка и попробуем программу сделать таким образом, выстроить таким образом, чтобы он занимался в обычной группе, потому что наша компания и я лично всеми своими силами и возможностями поддерживаем принцип инклюзивного образования. То есть, когда все дети находятся вместе, и мы никоим образом никого не выделяем и не предлагаем какие-то особые там отдельные занятия, да, мы общую программу будем стараться подстроить таким образом, что ребенок будет заниматься нормально. Тем более, что все-таки это зрение, да, это не слух, там, у него есть такая же возможность говорить, как и у всех остальных детей. А специальные материалы — это все решаемо, и мы ждем вас, приходите, пожалуйста. Вот у другого нашего пользователя есть вопрос, а есть ли у вас индивидуальные занятия? К вопросу как раз, да, о том, что вот вы приглашаете в группу конкретного человека, да, ребенка Натальи. Давайте проговорим все-таки, есть ли индивидуальное обучение. У нас есть индивидуальное обучение, но в каких случаях мы его рекомендуем? Я вот лично я считаю, что индивидуальное обучение необходимо в каких-то особых случаях. Когда, я конкретно сейчас говорю о детях, когда нужно подтянуть какой-то определенный навык. Например, ребенок изучает английский, но вот никак ему не дается письмо. Да, то есть, может быть, он в жизни не любит писать, может быть, у него дислексия, еще какие-то там сопровождающие моменты. И в таком случае мы предлагаем индивидуальное занятие для вот развития определенного навыка. И вообще я считаю, что в языке индивидуальное занятие — это развитие какого-то определенного навыка. Дети лучше занимаются в группе. Это такая вот у них психологическая особенность. Они повторяют друг за другом, они слышат друг от друга. То есть это дети занимаются в группе. Но если у родителей есть такой запрос, например... Да, я вам сейчас поясню, почему возникает этот запрос. Потому что от Анны тут сразу 4 вопроса, в том числе про индивидуальные занятия. И, в общем, есть вопрос, который объясняет интерес. У ребенка логопедические проблемы. Лор не рекомендует изучать английский язык. Интересно мнение Елены, ну и Ксении, видимо, о логопедических отклонениях в изучении английского языка. То есть насколько мешает, не мешает, есть ли такие прецеденты? Опять же, мы считаем, что
занятия английским языком только способствуют развитию речевого аппарата, потому что звуки, которые не свойственны нам в русском языке, там, например, межзубные, да, в английском, они, конечно же, способствуют развитию вообще всех, всех органов речи, да, артикуляционного аппарата. И я никак не могу понять, почему вот этот миф существует, да, почему он так пропагандируется, что изучение иностранного языка вредно. Я считаю, что изучение любого иностранного языка только способствует развитию артикуляции там, речевого аппарата. Елена, я не знаю, что ты... Я соглашусь. Я сделаю ссылку только на возраст, конечно. Если ребенку, скажем, 2,5 или 3 года, то я бы рекомендовала подождать хотя бы до 4, потому что к этому возрасту обычно у детей большинство звуков, ну, основных звуков формируется. Само собой, да. Если есть какие-то отклонения, конечно, мы прислушиваемся к мнению логопеда. Здесь, я так поняла, вот видите, тут лор не рекомендует. Видимо, какие-то есть физиологические особенности, которые мешают ребенку говорить правильно. И, может быть, даже вопрос продиктован какими-то психологическими причинами, что ребенок не столько там, ему вредно будет произносить эти звуки, сколько он будет себя дискомфортно чувствовать, может быть, в группе. Ну, безусловно, в таких случаях, если есть необходимость, то мы готовы предложить, мы предлагаем индивидуальные занятия. Но я бы все равно сначала попробовала в группе, говоря, опять же, об инклюзивном образовании, что, возможно, психологические условия в группе будут созданы таким образом, что ребенок раскрепостится, ему будет легко. И он продвинется преодолении своих каких-то там логопедических проблем. Расскажите больше о внеклассных занятиях. Вот сейчас подробно Елена говорила об уроках, а по внеклассным занятиям какие мероприятия для детей организовываются? Мероприятия самые разные. Мы в теплое время года ездим в зоопарк, проводим экскурсии на английском языке в зоопарке или мероприятия в виде квеста, где нужно что-то найти, найти определенное животное, следовать инструкциям, поверните направо, пройдите прямо и какое животное вы там видите. Мероприятие, которое у нас буквально вчера прошло, это просмотр видео фильмов на английском языке, посвященными приближающемуся празднику, Рождеству. Часто дети изготавливают что-то на мероприятиях. В прошлом году, перед Новым годом, они готовили елочки. А в этом году, в воскресенье, они пойдут готовить бургеры. Да. Очень известную у нас в городе бургерную. Вот. Да, то есть мероприятия самые разные, подбираем по интересам. В начале года 2017, я имею в виду, в январе мы планируем провести скайп-мост, так скажем, конференцию. Да. С нашими... Нам хочется назвать ее мостом. Мостом. С нашими коллегами в Китае. У нас в Китае очень много школ, и мы хотели бы, чтобы наши студенты познакомились со своими сверстниками в Китае. Изучающими английский. Да, да, да. Тоже обучающимся в English First. Я думаю, что это будет интересно. Это же прямо легенда, что китайцы на английском языке говорят так, что даже непонятно. Или ваши китайцы как раз говорят так, что непонятно, что он знает английский. Нет, на самом деле все-таки китайские школы и китайских родителей можно только хвалить, потому что они очень серьезно очень многие относятся. Знают язык на самом деле, да. И мы, когда у нас бывают конференции, и мы смотрим какие-то видео, сделанные в Китае, с уроков, записи уроков, дети прекрасно говорят на английском языке, они тоже достаточно рано начинают изучать. Поэтому здесь не должно возникнуть никакой проблемы. Также мы хотели, чтобы они поделились своими подростковыми интересами. Какие гаджеты используются, какие приложения используются ими для общения, например. Вот такого рода мероприятия. Они не повторяются из месяца в месяц. Да. Каждый месяц это что-то разное. Разные какие-то бывают. Да, придумываем всякие интересные. Это может быть игра «Угадай мелодию» на английском языке. То есть все, что... Как правило, на них записано, то есть запись на них полная на эти мероприятия. На них можно записаться через родительскую страницу. У нас существует родительская страница. То есть родители записывают ребенка своего? Родители могут записать, ребенок может зайти и записаться сам. Да. Существует родительская страница, через которую родители могут контролировать прогресс ребенка, читать комментарии преподавателя после уроков, записывать на внеклассные мероприятия, читать новости. Вот поэтому запись на такие мероприятия проходит легко, и можно выбрать, что нравится из того, что представлено в течение месяца. Угу.
Ну вот как раз родители интересуются. Елена, с дошкольниками у вас занимаются носители, спрашивает Анатолий Сергеевич. Да, с дошкольниками тоже проводятся занятия с носителями языка. Джон или Бьянка, они приходят на занятия в группу в среднем один раз в месяц. В каждую группу, которая занимается в школе в данный момент. Да, вместо их постоянного преподавателя и проводит как раз Life Club. Life Club – это вот то, что я сейчас рассказывала, но только в уменьшенном виде. Это проходит… На уровне группы, да, какой-то? Да, да. То есть, опять же, это может быть какое-то творческое задание, это может быть «Угадай мелодию», это может быть квест по школе, но проводит носитель языка именно в этой группе. И это прекрасная возможность. Джон и Бьянка, они хорошо справляются с этим возрастом, хотя, конечно, кажется, что как здесь, они не понимают по-русски. А вот сами дошколята, они хорошо справляются с общением с Джоном и Бьянкой? Ой, насколько им такое, сложно или не сложно? Такой интересный вопрос. Дети схватывают, то есть они переходят на другую волну моментально. Угу. Я помню, когда я только начинала работать с дошкольниками, это для меня было просто уникальное такое наблюдение. Удивительно, когда, да? Удивительно, да. Ты видишь, как заходит, переключается. Например, человек, который не говорит по-русски, в комнату, и дети в течение там нескольких просто, ну это секунды, они перестраиваются и находят способы общения с ним. Потому что, возможно, потому что они только сами недавно прошли этап, не когда жестов. Они жестами это. Ничего страшного, если для начала это жесты, потому что это тоже способ общения. Постепенно они находят слова, там по одному слову выражение, все. Поэтому им как раз общаться с носителями языка легче всех, у них еще отсутствует психологический барьер. Они ничего не стесняются. Они еще не понимают, что да, это сложно. Да, да. Они еще не знают, что надо стесняться, что надо говорить на иностранном языке. Ксения, наверное, к вам вот вопрос все-таки от Аллы. Являюсь частным преподавателем. Часто приходят дети на подготовку к ЕГЭ из вашего центра. К сожалению, вынуждены отметить, что уровень грамматики очень низкий, абсолютно не знают времен, не владеют навыками написания личных писем, сочинений. Как строятся занятия, раз не уделяется внимания таким важным аспектам? Такой обобщающий вопрос. Да, ну, очень удивительно это слышать, Алла, потому что вообще-то, конечно же, все аспекты языка затронуты, но конкретно говоря про подготовку ЕГЭ, мы, во-первых, у нас она включена в курс обучения, уже второй год мы это делаем. Как только мы узнали, что ЕГЭ будет обязательным, мы решили, что стоит это нашим студентам предложить, чтобы они имели возможность автоматически еще и готовиться к государственным экзаменам. Кроме того, мы предлагаем нашим студентам дополнительную возможность посещать группы по подготовке к экзаменам. Если они хотят, они могут приобрести дополнительный этот курс и посещать выходные дни. Для тех, кто ориентирован обязательно на серьезную там, языковую подготовку в будущем, именно вот через вузы и там, поступление куда-то. Грамматика, безусловно, в занятиях присутствует. И единственное, что я могу сказать, что у нас не грамматико-переводной метод, и, конечно же, мы не заучиваем названия времен, там, примеры. Если, может быть, кому-то там родители требуют, что вот это было, такие случаи правила, бывали, да, чтобы правила говорят, вот, да? были на русском языке рассказаны. Ну, мы, конечно, этого не делаем, потому что мы просто не используем русский язык, и дети обходятся прекрасно без этого. Вот. Так что, ну, Алла, я рада, что у вас работаете, что у вас есть работа, ну, если такие дети. Возможно, есть дети, да, которым комфортнее с преподавателем индивидуальным. Это, как я говорила, возможно, кто-то считает, но я про наших детей таких, я скажу честно, не слышала. То есть, чтобы уходили, родители да? говорили, что вот мы у вас занимались, и еще мы пойдем куда-то там готовиться к ЕГЭ. Скорее всего, они говорят это нам, что нам бы хотелось там еще чего-то, и мы это добавляем каким-то образом или воздействуем. Ксения, добрый день. Какая у вас система компенсации пропущенных по болезни занятий? И еще вопрос, как родители отслеживают успеваемость ребенка? Ну, давайте начнем с компенсации. Да, есть ли она? Светлана Григорьевна спрашивает. Светлана Григорьевна, у нас есть специально разработанная система. Если ребенок пропускает меньше 3 занятий подряд, он получает домашнее дополнительное задание, то, что нужно сделать дома. Если пропущено 3 занятия подряд по болезни, то есть есть официальное подтверждение, это индивидуальное занятие. Мы, конечно, компенсируем это индивидуальным занятием. Вообще, мы стараемся родителей настроить на то, что пропускать занятия без уважительной причины не стоит, потому что это языковое обучение. Каждый урок содержит в себе какую-то незаменимую информацию. А мы, как, собственно,
организации, которые оказывают услуги образовательные, должны гарантировать на выходе качество. Поэтому мы не можем допустить бесконечных пропусков, и мы всех родителей к этому приучаем. Мы проводим специальные исследования, и с года в год посещаемость на занятиях у нас растет. То есть процент посещаемости все-таки мы приучаем к этому родителей. Безусловно, это не значит, что нужно приводить больного ребенка, но мы же понимаем, что бывает часто так, что к дополнительному образованию есть отношение такое, что ну вот сегодня там мы не пойдем, потому что мы там устали. Да? Нужно к этому серьезно относиться и понимать, что язык нужно беспрерывно изучать и стараться не пропускать. Угу. Занятия. И давайте ответим, угу. как родители отслеживают успеваемость угу. ребенка. У нас существует целая система контроля родителей. Мы понимаем, что, опять же, будучи дополнительным образованием, родителям достаточно сложно могло бы быть следить, тем более многие из родителей не знают английский. Как же следить, да, кстати, да. Что же делать? Как же я пойму, что он там выучил? Как проверить, выучил он или так говорит что-нибудь? Когда ребенок начинает у нас заниматься, во-первых, все родители в самом начале посещают ориентационные занятия. В начале года, в сентябрь-октябрь, мы проводим ориентационные занятия. То есть родители приходят, и преподаватель, и куратор группы, у нас существует еще система кураторства, рассказывают, как пользоваться всеми системами, как пользоваться онлайном, как пользоваться родительской страницей. Как будет задаваться домашнее задание, как его проверять, стоит ли вообще его проверять, да, то есть все вот эти моменты. Это ориентационное занятие. Ребенок начинает заниматься, через некоторое время мы приглашаем родителя на индивидуальную встречу с преподавателем, где преподаватель отчитывается по тому, что уже пройдено, что будет проходить, ребенок рассказывает, что будет делать на следующий год, какие успехи у ребенка есть. Если есть какие-то затруднения, то он рассказывает родителям, что с этим можно сделать. То есть это все обговаривается на индивидуальной встрече. Это все, конечно же, входит в стоимость обучения, все это бесплатно. И после индивидуальной встречи мы приглашаем родителей еще и на открытый урок. Вот сейчас как раз у нас идет период открытых уроков, когда мы приглашаем. То есть где-то в конце полугодия, да, да, условно, да, говоря, вы, да, делаете такие открытые уроки. Родители, да, могут прийти, посмотреть, как, собственно, вообще проходит урок. Если хотят родители посетить любой из уроков, там, хочу прийти посмотреть. Да, например. Пожалуйста, урок не закрыт, вы можете прийти и смотреть столько, сколько нужно. Но общий открытый урок – это вот такая возможность увидеть, как все в целом проходит, и написать свой отзыв после урока детальный о том, что понравилось, что бы хотели поменять, если такие моменты есть, пожелания преподавателя. А есть такие случаи, когда родители начинают учить язык, ну, параллельно с ребенком, да, условно говоря, может, какие-то семейные программы, есть скидки? Есть. И у нас родители постоянно спрашивают, а можно, вот пока мы ожидаем детей, мы будем тоже учить английский язык. Можно я буду присутствовать? Сделайте для нас группу отдельную, для мам. Мы бы с удовольствием это сделали, но, во-первых, у нас школа только детская, сейчас у нас дети в English First занимаются отдельно от взрослых, чтобы, опять же, эффективнее проводить обучение. Но, во-вторых, у нас просто сейчас физически в школе нет места, чтобы все занято, да, чтобы родителям предоставить еще такую возможность. Ну, кураторы помогают родителям, подсказывают, какие сайты можно использовать, чтобы подтянуться. Потому что мне кажется, что родители немножко завидовать детям начинают, что они рано начинают учить английский. Им проще, они лучше схватывают все это, а родителям так трудно уже дается. Но можно же делать домашние задания, наверное, вместе с ребенком, если ребенок маленький, да, и тоже как-то... Можно и нужно. Не обязательно делать прям пошагово, да, но некоторые вещи, это, кстати, Нона, спасибо большое, что такой вопрос задали, потому что сейчас это очень злободневное такое у нас обсуждение, да, постоянно. Насколько родитель должен вкладываться вот физически в изучение английского? Не может быть такого, чтобы родитель не принимал никакого участия. Каким-то проводником он все равно должен быть. Это зависит, конечно же, от возраста ребенка, от уровня его мотивации, насколько у ребенка присутствует мотивация. Но в маленьком возрасте, как правило, нужно подсказывать ребенку, помогать учить слова, например. Ну вот, потому что слова ему выучить все равно нужно, да, их нужно повторить дома. И четырехлетний ребенок, он пока еще не умеет сам читать, не все умеют читать в этом возрасте. Конечно же, можно с ним вместе помочь, поучить ему слова или там включить песню и вместе спеть. Ну, многие родители делают это с удовольствием. Но, к сожалению, есть и такой стереотип, что вот я отдал ребенка в языковую школу. Да, это уже ваше дело. Да, я уже занятой человек, бизнесмен или там что-то. Да, ну для таких родителей мы тоже находим способы, как можно
максимально сделать изучение самостоятельно. Но, тем не менее, вклад родителей обязательно нужен. Давайте вот к опциям контроля, да, потому что есть вопросы, какие международные экзамены можно сдать, обучаясь у вас, и можно ли сдавать, если ребенок не ваш студент? Как я уже говорила ранее, мы ведем подготовку к кембриджским экзаменам. Мы не принимаем TOEFL и IELTS, но можем готовить к этим экзаменам. Экзамены, всю линейку кембриджских экзаменов, начиная с детских экзаменов, которые сдаются детьми возраста 7-12 лет. Это Young Learners, CAT, PET, FCE, CEE. Это вот те основные экзамены на подтверждение уровня владения языком. Экзамены будут проводиться у нас в апреле, в мае, и есть также экзамены FCE, CEE в марте. Сейчас уже идет регистрация на эти экзамены. Подготовка к ним включена в курс. Каждое занятие, каждые 20 минут каждого занятия посвящены именно подготовке непосредственно к формату и языковым навыкам для того, чтобы успешно сдать экзамен. Потому что часто бывает недостаточно знать язык, нужно еще все-таки хотя бы несколько раз проделать пробные задания для того, чтобы чувствовать себя комфортно. И в декабре, в конце ноября, в декабре мы провели уже первый раунд пробных тестов, когда на уроках дети писали, ну, так же, как пробный ЕГЭ, также есть так. У нас и пробный FCE, скажем, да. Кроме того, мы заказываем материалы из Кембриджа напрямую. Есть возможность заказать пробные тесты, которые проверяются тоже не здесь, а проверяются в Кембридже, и нам потом присылают результаты с рекомендациями, над чем нужно еще поработать. А что касается сдачи экзаменов, если... Ну, со стороны, да, человек может прийти сторонний человек и сдать экзамен? К сожалению, нет. Мы внутренний центр, то есть центры делятся на открытые и закрытые, так скажем. И в нашем центре мы можем принимать экзамен только у наших студентов. Ну, им студентом можно стать. Понятно. Подготовиться. У нас еще появились вопросы от родителей детей. Пользователь с ником Ан42 спрашивает: «Добрый день, я отец трех детей. Старшую водил на английский в 5 лет, остальных пожалел. Какой смысл учить английскому языку детей в возрасте до 7 лет? То, что они пытаются запомнить с 5 до 7 лет, невозможно усвоить за полгода в 9 лет. Это такой своеобразный способ заработать на обеспокоенных и не знающих английский родителях». Вопрос. Спасибо. Очень хороший вопрос. Да, очень по-моему, хороший, да, вопрос. Замечательный. И главное, папа замечательный, смотрите. Вот, отец троих детей, прямо действительно человек вот с сознанием дела и волнуется за знания своих ребятишек. Я предложила бы Ан42 сформулировать свою, так сказать, установку следующим образом. Вы говорите, что все, что не прошел ребенок в 4-5 лет, можно пройти за полгода в 9. Все, что он прошел там в течение нескольких лет в маленьком возрасте. А также можно начать в 4 года и к возрасту 9 лет уже спокойно говорить на английском языке, свободно говорить. Давайте посмотрим на это с той точки зрения, что при изучении языка любой потерянный месяц, даже если не неделя, это потерянное, упущенное время. И как мы уже раньше в самом начале говорили, с какого возраста изучать, да чем раньше, тем лучше. Потому что когда в 9 лет ребенок уже достаточно сознательный, он уже может, если обучение до этого было качественным, освоить определенный грамматический ряд и использовать даже прошедшее время, то есть абсолютно свободно в какой-то степени общаться и даже в языковой среде. А представьте теперь, что если он только начнет в 9 лет уже психологический барьер есть, дети уже стесняются. И мы будем через эти проходить трудности, да, сначала, а потом, ну, как бы и время, а мог бы уже говорить. Поэтому не жалейте своих детей. Ну, видимо, имеется в виду, что, я понимаю, нагрузка, что да. Ребенок в 9 лет уже способен сознательно, допустим, что-то повторить, да, или там понять, что вот он сегодня изучает времена, да, или какие-то такие вещи. А в 4 года он еще не понимает, наверное. И вот это очень важно, что он не задумывается над тем, что я сейчас изучаю какое-то время, или я сейчас изучаю какую-то конструкцию. Он просто использует язык. И это здорово, потому что потом дети, которые начали изучать 4, в 5 лет или даже ранее, к 10 годам у них возникают такие ситуации, когда они говорят на языке или используют какую-то конструкцию, какое-то слово, и они даже не помнят, откуда у них это, откуда я это знаю.
То есть усвоение языка идет более естественным путем, так как ребенок пока еще и родной язык изучает. Соответственно, такие дети, и мы видим очень много примеров, почему я в этом году привела своего 4-летнего ребенка изучать язык. Хотя... Вы же дома, наверное, с ним разговариваете, зачем ему в школу? Знаете, к сожалению, так получается, что дома не получается. И мы ездим с левого берега, я бы тоже хотела... Пожелание сотрудников открывать за филиалы. Да, мы ездим вместе с ним 9 утра на занятия, потому что я вижу, что те дети, которые отучились у нас с 4 лет, в 7 лет им уже настолько легко, они уже настолько открыты и легко воспринимающий язык, да, можно прийти в 9 и все равно успеть. И сэкономить родителям. Можно, да. За полгода заплатить, а не за предыдущие там... Но интуиция и вот языковое чутье, она формируется в раннем возрасте. Им потом намного проще с произношением. У них большой запас пассивной лексики, потому что что-то, может быть, они и подзабыли, как папа говорит, да, но очень много остается все-таки на подкорке и потом всплывает в нужный момент. Угу. Поэтому я вижу в этом огромные плюсы и... Рекомендую все-таки начинать раньше. У нас в воскресенье было мероприятие, день открытых дверей недавно, и одна мама мне прекрасно ответила на мой вопрос. Я говорю, почему вы пришли сейчас, ребенку 4 года? Она совершенно просто, сама не знает английский язык, ответила. Она говорит, я хочу, чтобы к возрасту 10 лет он уже просто говорил по-английски, и я бы уже об этом не задумывалась. И я считаю, что это самый правильный такой настрой родителя, что... В определенном возрасте она уже не будет задумываться о том, как ему сдать ЕГЭ, да, куда он там поедет, поступит и так далее. Он уже просто будет знать английский язык. Вот поэтому не теряйте времени и приходите учить английский как можно раньше. Также еще хочется отметить, что у детей, которые начинают изучать язык с 4-5 лет, к тому моменту, когда появляется английский в школе, никакой проблемы уже нет. Родители уже не делают с ними домашние задания, потому что они справляются сами. У них нет никаких сложностей, потому что если английский не изучался ранее, то во втором классе ребенку очень сложно, или в первом классе, когда начинается английский. Во-первых, они вообще только пошли в школу, им нужно делать уроки, им нужно привыкнуть к этому ритму жизни, и тут еще иностранный язык. А так, когда он появляется в школе, он дается им настолько легко, и родители детей, которые к нам ходят достаточно давно, они говорят, ой, в школе у нас все прекрасно, он вообще там домашнее задание делает на коленке за 5 минут до начала урока. И я считаю, что это тоже очень важно. А вот, кстати, может, допустим, родитель заинтересованный прийти до того, как отдал своего ребенка к вам в школу, прийти на занятие на какое-то, например, посмотреть, как дети, которые занимаются с этого возраста, разговаривают уже спустя какое-то время? Или, может быть, на внеклассное какое-то мероприятие? Возможно, такие варианты? Конечно, что да, конечно. Во-первых, постоянно у нас есть дни открытых дверей, и родители приходят на них, смотрят на занятия. И у нас существует система пробных занятий, конечно же, когда перед поступлением в группу ребенок может посетить, попробовать себя, понравится ли ему в группе, да, как он себя вообще будет чувствовать. А может попробовать несколько групп, там одну пришли, оказалось, что когда ребенок в группу попал, он вспомнил все, что было там где-то в пассивном запасе, все слова, и может перейти на уровень выше. Тогда он идет еще на один урок, и родители все это могут видеть и присутствовать. Галина спрашивает, мы ушли из вашей школы, отучившись год, потому что не увидели результата. Зря потратили драгоценное время в 8 классе. Начали заниматься с репетитором, сдали ОГЭ на 4. Вот как-то прокомментируете эту ситуацию? Конечно, это вопрос тоже ожидаемый, и мы слышим его и стараемся тоже разбирать все детально. У родителей существует, опять же, ряд стереотипов. Что есть результат в изучении английского? К сожалению, не всегда хорошая оценка в школе – это отражение того, что ребенок знает или не знает, или плохая оценка, знает или не знает английский. Я поясню, почему. Потому что в общеобразовательной школе дети разделены, как правило, да, на две подгруппы. Просто там нет другой возможности. Вот, ну, это такая система, да. Она отличная для общеобразовательной школы, мы все через нее проходили. И детей нет возможности разделить на подуровни. А это важно в изучении английского. И вот есть программа, например, вот этот класс конкретно занимается по программе там, учебник уровня intermediate. А в группе находится ребенок уровня elementary. И если он пойдет на свой уровень,
он будет прекрасно и отлично заниматься, потому что это уровень владения английским. И здесь нельзя торопиться, здесь нельзя волшебным образом сделать так, чтобы он стал так же, как все, заниматься. Поэтому он получает оценки, которые соответствуют его знанию программы. И родители приходят и говорят, что вот, мы не видим результата. Мы объясняем, почему так происходит. И, к счастью, сейчас, чем дальше как бы идет развитие вообще вот этого предмета изучения иностранных языков, родители понимают, начинают понимать, что это такое, и относятся более мягко и к ребенку, и к преподавателям, и с той, и с другой стороны, потому что важно понимать, что есть изучение английского и что есть критерий результативности. Поэтому вот конкретно этому человеку, который задал вопрос, я хочу сказать, Галина, что да, если вы придете, Галина, мы готовы разобрать, возможно, мы по какой-то причине этого не сделали или сделали недостаточно понятно, что есть результат. И почему вы такой результат получили или не получили? Ну и, собственно, по конкретной ситуации, да, конечно, обсудить, что конечно. Там произошло. Угу. Павел спрашивает, если записывать к вам сейчас ребенка, то группа уже прошла большую часть программы. Вы запишете его в новую группу или в ту, которая уже занимается? Ну, в общем, закономерный вопрос. Я думаю, что сейчас он у тех людей, которые вот онлайн посмотрели, может возникать, привести ребенка сейчас или подождать? Когда дети поступают на обучение сейчас, они, ну и всегда, они проходят входящее тестирование. Для детей возраста 12+, это тестирование письменное на компьютере и устное с преподавателем. Для детей любого возраста это устное тестирование с преподавателем. И преподаватель тестирует детей, учитывая тот момент, что группа занималась некоторое время. То есть, принимая во внимание этот фактор, он подбирает группу соответствующую. Тем не менее, сейчас, вот в течение декабря, у вновь поступающих к нам в школу есть возможность получить обязательное индивидуальное занятие для лучшего вхождения в группу, то есть вот ребенок начинает заниматься в группе, получает индивидуальное занятие. И кроме того, в качестве новогоднего подарка мы будем предоставлять новым студентам возможность получить месяц индивидуальных занятий, поэтому приходите к нам в центр, мы расскажем, как это сделать, чтобы все хорошо входили в группу. Давайте ответим коротко. Скажите, пожалуйста, ребенку 4 годика, пишет Эдвард, по национальности армянин, свой язык еще плохо знает, говорит в основном на русском языке. Есть ли смысл отдавать на изучение английского языка или подождать, когда подрастет? Спасибо. Да. Так как я уже сказала, я коротко... То есть 3 языка, это получается, русский, армянский и английский. Мы не делим детей ни по каким признакам, в том числе по национальным. Это принцип компании. У нас в Новосибирске обучаются самые разные дети, самых разных национальностей. Некоторые из них не говорят по-русски. У нас есть студенты из Армении, у нас есть студенты из Китая. И они, попадая в языковую среду, дети вынуждены говорить только на английском. Чего нам и нужно? Прекрасно. Поэтому приводите ребенка. Никакого отличия здесь нет. Национальный признак никак не вносит никакие коррективы в изучении английского. Угу. Если родители хотят помочь детям отработать какой-то материал, выученных на занятиях в языковой школе, можете подсказать какие-нибудь игры, например? Ну или учитывая, что у нас осталось 3 минутки до завершения прямого эфира, может быть, источники, где посмотреть, может быть, на сайте где-то есть? Или... Тут нужно отталкиваться, конечно же, от уровня ребенка и от возраста, потому что в зависимости от этого игры и рекомендации будут разные. Как мы сказали, у нас есть родительская страница, и туда мы отправляем информацию и рекомендации. В этих рекомендациях можно найти ссылки на сайты. Таких сайтов очень много, и что-то конкретное прямо сейчас сказать сложно, потому что нужно понимать, что конкретно какой ребенок, мы ищем. Да, какого возраста. Да. А так у нас каждые 1,5-2 месяца преподаватель отправляет свои рекомендации, небольшой отчет с результатами тестов, по результатам работы в целом, и обязательно там есть конкретные рекомендации, на каком сайте и что потренировать. Поэтому приходите. Хорошо. А, может быть, подводя итог вот нашему общению, озвучить еще раз, какие конкретно сейчас есть предложения, вот, кого приглашаете, какие группы возрастные? Ну, во-первых, я хотела бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех родителей и студентов, которые у нас уже занимаются. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам здоровья, успехов и от лица компании. Благодарю вас за то, что вы нам доверяете. И не побоюсь этого слова, мы вас очень любим и очень ждем, когда каждый день у нас открываются двери, и вы приносите шум и радость. Мы всегда очень рады вас видеть. Приходите к нам как можно чаще. С Новым годом вас! Также я хотела бы пригласить тех, кто у нас еще не занимается.
25 декабря мы, собственно, в день, когда некоторые из нас отмечают Рождество, пригласить вас на праздник рождественский в 13:30, и там у вас будет возможность получить особые подарки, приобрести курс по специальной стоимости, поучаствовать в рождественском празднике, выучить песни на английском языке и просто повеселиться. С Новым годом! Приходите! Спасибо большое! Напомню тем, кто подключился позже, что у нас в гостях были представители образовательного центра EF English First, региональный директор Ксения Стрибкова и академический директор в Новосибирске Елена Пазий. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо нам. Вот, все ответы будут опубликованы, и можно будет с ними ознакомиться и после онлайна. Спасибо.